У школьников начались долгожданные каникулы. Для того, чтобы детский отдых был организованным, с 10 июня в Кашхабльском районе начали функционировать пришкольные лагеря дневного пребывания. На базе средней школы номер 2 свои двери распахнула «Лесная сказка» для 117 детей. Воспитатели подготовили интересный и разнообразный досуг, который будет включать веселые конкурсы, спортивные, игровые и познавательные мероприятия. Ребята будут заняты с утра до обеда. Организация питания детей обеспечивается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Наш лагерь «Лесная сказка» функционирует с 10 июня. Здесь дети из первой школы и со второй школы в количестве 117 детей. Питание нам предоставляют каждый день, все в свежем виде. Здесь и рыба, и фрукты, и овощи, все как полагается для оздоровления детей. И мясные, и молочные получают все в достаточном объеме, в достаточном количестве для детей, для детского организма. В течение дня у нас с утра по режиму все зарядка. И мероприятия у каждого отряда. Сегодня у нас было открытие, где участвовали и дети, и взрослые, и вожатые. Каждый день мероприятие у нас, физкультурно-оздоровительное мероприятие тоже в течение дня проходит. Всего сформировано 4 отряда, у каждого из которых есть свое название – «Улыбка», «Дружба», «Апельсинка» и «Радуга». Обязательными пунктами в каждодневной программе являются прогулка на свежем воздухе и тематические игры. Я почти каждый год прихожу сюда как вожатая, так как мне нравится общаться с детьми, мне нравится с ними играться. Мы каждое утро встречаемся, обнимаемся. Очень хорошо кормят. Сегодня у нас, например, была каша овсяная с маслом и хлеб. Какао каждое утро дают и яблоко. Там разные фрукты. Мне нравится больше всего в лагере это общение с детьми, играться с ними, проводить с ними время, знакомиться, дружиться. И находиться с ними. Педагоги стараются увлечь детей, погрузить в мир интересного и полезного, привить здоровый образ жизни. Задействованы дети уже несколько лет подряд. СОШ номер 1 и наши ученики. Всего у нас 117 учеников. Все они наши дети. Они с удовольствием приходят к нам, отдыхают от учебы, занимаются спортом. Проводятся воспитательные мероприятия, значит, сформирована целая комплексная программа по оздоровлению данных детей, по воспитательным мероприятиям создана программа. Ну, естественно, здесь очень хорошо, весело детям. Мы расположены возле самого красивого в ауле парка, где дети могут отдыхать, ходить на экскурсии и так далее. Начальник лагеря у нас Ешева Сулет Амирбиевна, воспитатели со школы, с ЦДО. Все они знают свое дело, занимаются воспитанием детей. Сегодня было открытие лагеря, очень красиво все было организовано. Дети довольны. Главное, чтобы дети были довольны. Тут мы большее время на улице проводим. Мне нравится тут с подругами. Первый раз в лагере? Да. Меня зовут Зара, мне 8 лет. Я в лагере уже не первый раз. Я хожу во второй отряд, а в лагерь хожу 4-й раз. В лагере классно, вкусно кормят, вожатые добрые. Меня зовут Амелина, мне 8 лет. В лагере очень круто. У меня тут есть друзья, все хорошо. И тут есть с кем можно поиграть. Хорошо кормят, отлично. Работники лагеря стараются, чтобы мальчишки и девчонки в эти чудесные летние дни смогли отдохнуть активно и с пользой, получить существенный заряд энергии, набраться сил и ярких впечатлений.